13 по 18 сентября в Корее прошел проект укрепления культурной связи Казахстана и Кореи через кино. Его главной целью было укрепление отношений между двумя странами путем сотрудничества и презентации документальных фильмов. Мы, получается, поделились на 4 команды, по 2 корейца и 2 казаха в каждой команде. И уже дальше каждый снимал про свою тему. У нас была тема «Маленькая Корея в Казахстане». Это вот город Учтубе, очень провинциальный такой маленький город. И там 30-е годы депортация была корейцев, когда у них война была. И их, короче, вот в Учтубе отправили. И они там как бы свою маленькую Корею сделали. У них там своя культура там развилась. Не развилась, а осталась вот древнекорейская культура. И мы хотели про это снять. Но, как оказалось, там как-то чуть-чуть по-другому. Уже вот остались только старики, молодые уехали. Но все равно вот свой такой необычный дух в этом городе остался. Этот обмен и совместный опыт в киноискусстве предоставили студентам уникальную возможность погрузиться в культуру друг друга и отточить свои навыки. Когда мы уже в Корею прилетели, у корейцев уже готова была вот черновая версия, вот часовая. И получается, нам надо было сделать 20 минут из этого. Мы, получается, сели и начали все вот так удалять, то, что не нужно. Было жалко, конечно, но это монтаж. Студенты-документалисты. Ну, там я, Алимхан, Рамазан, Димаш. Еще был один оператор, Али. Да. И, получается, вот за нами присматривали Жанана Абдугапаровна и Бану Куандыковна. Вот такой был состав. И были выпускники. Там Айдан была. И Диана, и Самгар еще был. До конца не верилось, то что, поедем. И когда уже, даже когда вот уже прилетели, были в аэропорту, до конца не верилось. Я только вот поверил, когда вот мы вышли с аэропорта, и на нас, воздух, вот атмосфера просто вот почувствовали. Там было душно, влажность высокая, там было душно, и вот так ветер подул быстро, ух, теплый такой. И вот тогда мы поняли, что мы в Корее. В результате этот проект стал важным этапом в развитии культурно-научного сотрудничества Казахстана и Кореи, способствуя при этом расширить кругозор молодых талантов и внести вклад в мировую кинематографию.